Всем привет! Приятного чаепития, приятного аппетита! Сегодня у нас распаковка посылки. Можете угадать от кого. Намекну фамилию хорошенькая. В комментариях напишите имя. Так. Такая увесистая коробочка, вроде маленькая, а там, видимо, много всего. Так. Ага. Портфель. Взамен моего старенького, которому уже лет 5-6, нам... Хорошенькая Оля прислала еще один портфель. Спасибо тебе большое. Так, строго индивидуальный пошив. Смотри. Мам, что думаешь там? Оба-на. Так это не мне. Это не тебе. И это не мне. Это Гоша. Это Гоша, да. Шикарная шапочка. О-о-о. Шикарная. Знаешь, из чего? Куниц, нет? Нет. Соболь? Соболь. Ага. Такая это... Что это за материал? Интересно. Замуж. 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 Соболь. Замша. Короче, мы же поедем 24-го в Пермь с Гошкой на фотосессию. Сделаем там такие бомбезные фотки, ну, надеюсь. Ну и сегодня еще видео ему примерим. Да, да. Такая вот модная штука. Гоша у нас модник-сковородник будет. Тут еще что-то есть. Как? А, вот. Йо. Ё-моё. Что там? Тоник для лица с пептидами и экстрактом женьшеня. А, это мне. Мне сказали, надо лицо умывать после прогулки. Ну, утром и после прогулки, чтобы кожа была гладкой и шелковистой. Чтоб прыщей не было. Так, а, я понял это все. Это, короче, конфетки финские. А, ну да, вот, с черникой. Да. Прикольно. Ну, сейчас попробуем, оценим. Ну, не сейчас, попозже. Лёха, тебя едят. Пойдет. Я все открыл? Так. Микропак LTD. Ну, это чтобы сухо было. Так, Лёха, это тебе. Вот это классно. Теперь у нас три одинаковые куртки есть. У Славы, у меня и у Лёхи. Вот это вот Лёхе. Там, которая лежит у меня Славе. И самая большая, это мне. Ну-ка, давай, примерь. Я тебя не буду трусы снимать, а куртку только примеришь. Давай. Ну не, это удобнее на самом деле. Удобнее? Да. Ну вот. Все. Спасибо. Упакован, укомплектован. Да, такая шикарная мягонькая шапка. Просто невесомая, очень легкая. Никакой ощущения тяжести вообще нет. Она просто невесомая. Просто невесомая. Ее можно будет и наверху шапки, там вот эти вот завязать, да. И так можно, оставить. Можно вот под шейку сделать вот так вот. Гошка будет в тепле. Гоша будет радость ее повыщипывать. Ну, мы повыщипывать не дадим, конечно. Не дадим. Ну, посмотрим. Вот так-то вот очень прикольно.
Очень богато выглядит. Такой бабай. Да. Красавец мужчина будет. Да. Идем к Гошке, примеряем шапочку, посмотрим, как он отреагирует. Ну и надо будет его подучить к этой шапке, чтобы он потом на фотосессии вел себя хорошо и уже знал, что эта шапочка его. Так что идем. Я в рюкзаке еще один потайной карман нашел. И только сейчас заметил, что там что-то есть. Смотрите. Вот. Такая вот игрушка. Да, игрушки Гоши. Вот мы пойдем ему давать. Как раз вот сюда вот можно будет что-то засунуть. Такое, это подвесить. Сосисочки. Пу-пу-пу. Ага, что-то. Мармелад с предсказаниями внутри. О. Предсказание типа здесь, в этой, там бумажка какая-то, а вот упала. Береги свою уникальность. Хорошо, будем беречь. Мармеладки за кадром съедим. Мы сегодня еще баню будем топить, скорее всего, на стриме, ну, либо сейчас начну затапливать, еще пока не знаю. Ой, как Гошка встречает, ждет прям, вообще. Гоша, ну пойдем. Привет! Привет! Иди ко мне. Ты что так реагируешь? Садись. Садись. А? Так, мне интересно, на что ты так реагируешь? А? На шапочку, что ли? А чё? Какая шапочка. Ой, какая шапочка. Какая шапочка у тебя. Ну, классная же, классная. Куда понес? Жениться пошел. Ой. Ой, что? Гоша. Ну. Такой реакции я от тебя не ожидал, конечно. Ой-ой-ой. Ну, ё-моё, что за кавалер? Ой. Да. Гоша, повернись ко мне. А, ну ладно, сейчас. Вот это да. Вот это Гоша, конечно. Иди сюда. Подойди ко мне. Ну. Все. Ложе приготовил.
Ну, иди сюда. Гош, повернись. Повернись. Вот так. Вот какой красавчик. Вот так. Ну что за мачо? А? Что за мачо? Красавчик. Вот так вот, да? Во. Молодец. Пойдем игрушки распаковывать. Смотрите. Пошли. Смотри, какие сосиски. Надо я ему куда-нибудь подвешу. Не знаю, что с ними делать. Можно будет... Отверстие можно будет в них сделать и туда что-нибудь запихивать. Но сюда точно можно мясо приделать. Да, вот это вот стегни. Вот это вот. Вот эту белую штучку убери. Так, подожди, сейчас уберу. Все, я ему подвесил игрушку. Уже пытается ее достать. Ну, я туда вкусняшку положил, конечно. Достал, да? Я не успел переключиться, ну ладно. Да, пусто. Молодец. Да, шапочка ему очень понравилась. А что с сосисками делать? С сосисками что будем делать? Садись. Голову прямо. Вот. Ну. Ну. Надо привыкать ему. В глазки чуть-чуть лезет. Вот так вот. Да ты молодец, умничка. Лялина. Оля, спасибо большое за подарки, за посылку, за те эмоции, которые ты нам сегодня подарила и вообще даришь. Спасибо огромное. Сейчас Гоша самый модник, сковородник будет, мне кажется, в мире. Потому что где еще такую шапку найти? Где еще такого ворона найти, который будет сидеть, позировать в соболиной шапочке? Я думаю, нигде, только здесь. Спасибо большое. Пу-пу. Это тебе. Ну не... Гоша, оставь в покое мои перчатки. И так тебе порвал. Еще эти не хватало. Нет там ничего, которое тебе нужно. Так, Гоша, у тебя вчера получилось хорошо доставать, сообразить, как достать вкусняшку из трубки. Когда тут ничего нет. Я сейчас опять дверь закрою, посмотрю внимательно, чтобы тут
лишнего ничего не было. Чтоб тебя не отвлекало. И ты мог сконцентрироваться только на палочке. Вот так. Смотри, как много. Так вот. Конечно, он сможет сейчас вот это вот засунуть, но не до конца. Ему придется что-то убрать. Да нет, нет. Гоша, секатор. Да нет, нет, доставай. Чё? Доставай, доставай. Гоша. Всю палку обкарнал. Там еще мешается. Ага. Вот теперь пихай. Молодец. Молодец. Оп, последнее достал. Умничка. Было легко. Сейчас мяско поплотнее туда закину. Достал? Или нет? Молодец.
сосиску я ему сюда приделал. Но потом дырочки сделаю. И можно будет туда запихивать что-нибудь. Да, вот так вот будешь доставать, играть. Последняя вкусняха осталась. Тогда не смогу так засунуть. Если только куда-то вот так. Туда. Достал, молодец. 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 Где-то мы идем с Гошкой. Вышли на пруд походить. Я думал, здесь снега гораздо больше, да. А здесь, оказывается, не так уж его и много. Чат. Ну-ка, давайте, пишите. Мама, я в Ютубе. Кто там есть? Во, Оля, Наташа, Алан, вредная. Вот, попали в чат. Попали, точнее, в видео. Следующее. Чат попал. Вон снега всего чуть-чуть. Уже лед. А летом мы переплывали вот отсюда. Вот до туда. До куда-то до туда. До желтого здания. А, да, вот, до желтого здания. Конечно, на широкий угол снимать прикольно. Прям красиво. Посмотри, кстати, иди. Так это чтобы не заблудиться. Конечно, заблудиться. Ну что, прямо идти. У меня там не заснилось. Можно поближе даже. Гоша, ты только не кусайся. Аккуратно. Вот так вот. Ну все, надеюсь, снилось. Опасный прием. Да. Мне кажется, ему не в кайф это вообще. Но он не пытается тебя укусить? Да, он смотрит на тебя. Ты маленькая гарпия. Садись. На плечо. Ну садись. Не на него. Уже хотел... На Лёшу прыгнуть то. Короче, решили мы порыбачить. Гошка тут немножко выдолбил лунку. Но пока долбил, она уже замерзла. Гоша, да, заново делать. Ну, тык-тык. Good morning, King Quads. Glad to see you. Как мы рыбу-то ловить будем, Гоша? А? Скажи мне, как? Лапкой? Лапкой будем ловить? Да для фотки, для видео сделаю. Ну, поставь голову хорошо. Вот так. О, молодец. Дай лапку. Хорошо. Другую. Молодец. И скажи всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Еще? Молодец. А Оле кар-кар сделай. Ну, Оле привет. Да. Молодец.